Продолжается зимнее первенство по району. В субботу, 14 января, играми 9-го тура стартовал второй круг зимнего первенства района по футболу. В этом туре сенсации не произошло. Лидеры одержали очередные победы. Вот их результаты. Интер Игирюхай 1-2-8, Игирюхай 2, Кашихабль 1-6, Бличепсельнур 2-8, Дружба Юность 2-4. Команда Сосрукова в 9-м туре была свободной. Список бомбардиров по-прежнему возглавляет Аслан Пештиков из команды «Юность», забивший 25 голов. Следующий 10-й тур пройдет в воскресенье 22 января с 10 часов утра.